волею судеб мне удалось покататься вот на этой Toyota Prius. Я сейчас хочу сделать небольшой обзор этой машины и ну, как-то рассказать про ее характеристики и про впечатления. Мы взяли эту машину на прокат, потому что сейчас мы находимся в Грузии, и наша машина не выдержала горных подъемов, она вскипела, и, соответственно, двигатель разбирается. Поэтому я взял ее на прокат. О том, как взять машину на прокат, здесь условия и так далее, я снял отдельное видео, вы можете посмотреть на моем канале, или прямо сейчас вы увидите вон там. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, и давайте приступим к обзору. Ну, давайте заглянем, что у машины внутри. Вот она такая игрушечная, кажется. Смотрите, как интересно сделана панель. Салон светлый. Сейчас я попробую сесть на заднее сиденье, я еще там не сидел. Ну, вы знаете, сзади, в принципе, вполне себе просторно. Что касается багажника, давайте посмотрим. Вот внутри салона видно, что у багажника была сверху еще такая защитная штучка, ее сейчас нет. Вот такой багажник. Я не знаю, насколько он просторный, но мне кажется, он довольно просторный. Итак, садимся в машину. Здесь есть такое ощущение, что все игрушечное. Посмотрите. Игрушечный вот такой вот рычажок. Он буквально вот двумя пальчиками. Что здесь, какая информация? Можно ехать вперед, либо назад. Это все. Машина для блондинок. Ну, а это просто как бы нейтраль. Вот и все, что нужно знать, соответственно, водителю. И, соответственно, две педали. Газ и тормоз. Что еще нужно? Теперь вот я сижу в машине. Посмотрите, расстояние до потолка вот совсем-совсем маленькое. То есть машина, наверное, не для высоких людей все-таки, скорее она женская. Ну и все такое вот. Пластик, это, конечно же, немножечко, ну, не для высоких людей, кажется, она игрушечная, какой-то тамагучи. Ну, наверное, потому что японцы не совсем высокие люди, во-первых, а во-вторых, возможно, потому что на машине низкая посадка, я просто не привык, я привык сидеть высоко, а на самом деле здесь надо сидеть, наверное, ну, как-то вот так вот, полулежа. И если полулежа, то нормально и комфортно. Ну, на самом деле, я просто не привык, я давно не ездил на седанах. Что касается зажигания. Зажигание, ключа зажигания здесь нет, что тоже хорошо. Есть вот такой просто ключ, он просто садишься, и она понимает, что ты сидишь внутри. Ну, а теперь самое интересное. Давайте заведем машину. Для того, чтобы завести машину, надо просто нажать на тормоз и нажать на кнопку Power. Друзья, это все. Машина завелась. Хотя ничего не слышно. Смотрим сюда, на дисплей. На дисплее написано, что Energy Monitor. И значит, ну, тут какой-то простейший дисплейчик. Что по поводу панели. Ну, как всегда, экран, компьютер. И, значит, всякие тут свойства. Аудио, FM, спутник, значит, там. Фон, map, setup и так далее. То есть он работает и как навигатор, компьютер, но навигатор здесь не заряжен. Естественно, большую часть занимают кнопки управления звуком и так далее. Но это основное. Дальше идут температура, управление всяким комфортом, кондиционером и так далее. В общем, так сказать, самые существенные кнопки, вот они, три. Это EV, Eco-Mod и Power-Mod. Что это такое? Смотрите, у нас всего три, вернее, две передачи, вперед и назад. Но если мы хотим мощность усилить или там спортивный режим, то мы нажимаем на кнопочку Power-Mod.
все, будет спортивный режим. Если мы хотим экономичный режим, то есть максимальная экономия топлива, эко-мод. Она будет еле ехать, но зато топливо будет практически не есть. Надо сказать, что по параметрам машина, как говорят, кушает 4,5 литра на 100 километров. И в городе она в основном едет на аккумуляторе. Чем хорош гибрид? Тем, что, смотрите, когда мы едем с горки, когда мы тормозим, то, ну, если тормозим не резко, то мы тормозим не за счет колодок тормозных, не трем колодки тормозные, а мы раскручиваем маховик и заряжаем аккумулятор. И вот здесь вот на панельке мы явственно видим, где заряжается двигатель, когда машина работает от двигателя и когда машина работает от аккумулятора. Надо сказать, что эта машина из Америки. Сейчас все в Грузии везут машины из Америки, и поэтому система единиц очень интересна. Здесь мили, значит, километров нет, все расстояние меряется в милях. А температура, что прикольно, в Фаренгейтах. Мы когда сели, у нас была температура установлена здесь 68. Кирилл немножечко удивился, говорит, что за температура такая? Я говорю, это Фаренгейты. Ну а сейчас попробуем, наконец-то, сдвинуться на ней с места и посмотрим, как это все происходит. Машина заведена уже, ничего не слышно, но машина заведена. Поэтому я просто нажимаю на тормоз и... назад сейчас. И мы поехали абсолютно бесшумно, как электрокар на электричестве. Когда машина останавливается, все, двигатель глушится моментально для того, чтобы экономить энергию. Давайте тронемся вперед. Сейчас я трогаюсь вперед. Мы видим, что машина едет на тоже электричестве вперед. Вот сейчас. Абсолютно беззвучно. Ну, попробуем сейчас нажать на газ. Включился двигатель. Мы поехали на двигателе. Сейчас мы сделаем небольшой кружочек здесь, наверное. Давайте в горку заберемся. Включим режим посильнее. Совершенно спокойно идет в гору. Ну, потому что два двигателя, они работают, там динамически распределяются усилия. Так, ну, дальше, наверное, не поедем. Даем назад. Обзор, в принципе, нормальный. Руль очень маленький, но вполне себе удобный. Вот. Ну, обзор по сравнению с Citroёn, конечно, сильно меньше. Но, тем не менее. А сейчас давайте посмотрим, что же у этой машины внутри. Когда открываем капот, нам уже не кажется, что эта машина совсем игрушечная. То есть, смотрите, вот эта вот игрушечность, она достигается, в общем, так сказать, там как бы серьезными техническими решениями. Смотрите, здесь сразу два двигателя под капотом. Сразу два. Есть Hybrid Energy Drive. Здесь двигатель обычный бензиновый, объемом 1,8, вполне достойный по мощности. И вот эта штука, которую мы видим... Здесь написано Inverter SC with Converter. Значит, это сборка инвертера с конвертером, короче говоря. То есть, короче говоря, вот эта установка как раз, она и генерирует ток. И это же, судя по всему, электромотор, который приводит в движение, и есть вот здесь вот компьютер еще, который осуществляет динамическое переключение между электромотором и
мотором внутреннего сгорания, двигателем, который работает на обычном бензине, там 98-й, насколько я понял. Потому что мы закачивали супер, грузин мне сказал, что это 98-й. Вот. Электродвигатель работает и как электродвигатель, и как генератор электрического тока. То есть он заряжает. И заряжает вот тот аккумулятор, который я вам показывал внизу. Ну, что могу сказать? Тормозная жидкость очень достойно видна. Все, значит, легко добраться до нее. Это, значит, steering liquid, как это? Жидкость для гидроусилителя, руля. Естественно, и охлаждающая жидкость тоже все вполне достойно, все вполне видно. Ну, здесь, естественно, это воздушный фильтр. Все здесь понятно, все легко достижимо. Это блок этих самых предохранителей. Ну, собственно говоря, что еще смотреть? Здесь смотреть нечего. Сейчас мы попробуем на ней прокатиться. А, еще подвеску я хотел глянуть. Сейчас глянем подвеску и прокатимся. Заведена на ключах, но нет. Ну, здесь подвеска достаточно стандартная, ничего особенного. Я думал, что здесь колеса электрические. Нет, колеса не электрические, то есть все преобразование происходит там внутри под капотом. То есть я вижу обычные, значит, рулевые тяги, обычные рычаги, обычные шаровые, обычные шрузы и обычные совершенно амортизаторы. Собственно говоря, я считаю, что машина очень достойная. И надо сказать, что 2010 год. И, друзья мои, давайте подумаем, когда же у нас начнут выпускать такие машины. Да фиг его знает когда, или от слова вообще никогда. Ну а сейчас напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этой машины. Интересно. Ну, надо сказать, что это самая распространенная в Грузии машина. Гибрид, Toyota, вот это вот самый Prius. Ну, в основном здесь японцы, и это самая распространенная модель. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.